5:15. Сколько ни переводи, будильник, время просыпаться. Миллионам нужен драйв, надо постараться, чтобы быть смешным для всех, а не казаться. Под каждым нашим роликом в ютубе 6:00. Самый топ звездных гостей и пара королей. В студии всегда жара, не спасет и вир, если мы у микрофонов и горит он эйр. Шутки попадают в цель, как мечи Леброна. Мастер языком чесать? Нет, я мастер слова. Поднимаем тонусы, настроение без проблем. Есть еще вопросы, кто тут главный на FM? А? Радио качает твое авто. Радио качает твое авто. Радио качает твое авто. Радио, авторадио, авторадио. Радио качает твое авто. Радио качает твое авто. Радио качает твое авто. Радио, авторадио, авторадио. Мой бас так же солиден, как черный Майбах. Я ложусь спать в 9, а в 4 на ногах. Пролетаю в 6 утра мимо кремлевских стен. Каждое утро эффектен, прямо Говард Стерн. Мне завидуют певцы, актеры и ведущие. Бархат от природы, а не потому что пьющие. Рейтинги растут быстрее, чем брошенные в воду дрожжи. Тебе стало одиноко, нет ничего проще. Качает твое авто. Качает твое авто. Качает твое авто. Радио, авторадио, авторадио. Качает твое авто. Качает твое авто. Качает твое авто. Радио, авторадио. Новый день, и ты опять в дороге. На авто, под наши диалоги. Ключ на старт, сними ручник и трогай. Ты готов? И первым делом включи радио. Давай, давай, мы радио. Давай, давай, бро. Радио качает твое авто. Радио, авторадио, авторадио. Радио качает твое авто. Радио качает твое авто. Радио качает твое авто. Радио, авторадио, авторадио. Дамы и господа, каждое буднее утро слушайте драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Это просто охуенно.